Сегодня футбольная «Динамо» попытается прервать безвыигрышную серию против гостей из Читы. За последние 3 года барнаульцы ни разу не смогли обыграть неуступчивых «Быков». Последняя победа датируется августом 2015-го. Тогда удалось отличиться Никите Казанцеву. Этот гол полузащитника стал единственным в матче. После этого «Динамо» удалось вести к ничье лишь несколько встреч, остальные это большая часть сине-белые проиграли. Для команды Сергея Шишкина сегодняшняя игра станет уже третьей по счету в стартовавшем сезоне. Ранее «Динамовцы» убрали из Кубка страны омский «Иртыш», тем самым прошли в следующую стадию. Затем в первом туре чемпионата страны сыграли в ничью с иркутским «Зенитом» 0-0. Обе встречи в родных стенах оставили весьма неоднозначное впечатление у болельщиков. Матч против Читы начнется в 18:30.